Беспроводные наушники-вкладыши в необычном чехле. На распаковке наушники Eifotec Tudrantec B20. Комплект поставки включает сами наушники в зарядном кейсе, кабель Type-C для зарядки и документацию. Чехол-зарядка имеет округлый корпус серовато-белого цвета с прозрачной матовой крышкой. Другая часть кейса выполнена из гладкого глянцевого пластика. Внизу расположен разъем для подключения кабеля и индикатор зарядки. Наушники представляют собой аккуратные анатомичные вкладыши. Сверху световые индикаторы сопряжения. Также на наушниках имеются сенсорные зоны для управления поступающими вызовами и воспроизведения музыки. Еще они позволяют активировать голосовой помощник. Несмотря на небольшие размеры наушников, внутри установлены 13-миллиметровые динамики. За качество и стабильность соединения отвечает Bluetooth версии 5.2. Наушники могут работать и вместе, и по отдельности. Время работы наушников от одного заряда составляет 5 часов, с кейсом до 20 часов. Для зарядки понадобится 1,5 часа. Таким образом, перед нами оригинальные беспроводные наушники с микрофоном. Они имеют неплохую автономность и защиту корпуса от брызг. Отличный вариант для тех, кто ищет доступные наушники для повседневной жизни.